Куда, агентов Торпеда, Ленинградской области. Денис Андреевич Орешкин, место на 22. Красного моста, пожалуйста, Динамо с победой. Ну, по игре не забили мы свои моменты. Вначале пустые ворота. Ну, мы, конечно, потом очень много сыграли в меньшинстве. Сильно много по некоторым причинам. Поэтому за счет большинства, конечно, Динамо там переламывало. Мы когда играли 5 на 5, играли здорово, в принципе, это всю серию. Поэтому даже так упрекнуть ребят в чем-то конкретно, серьезно, я не могу. Самоотдача была, да, где-то немножко, естественно, обидно. Мы проиграли пару игр в овертайме из таких нелепых ошибок, скажем так, тяжелые проигрыши. Но в целиком, повторюсь, ребята сыграли неплохо. Спасибо. Ребят, с победой. Болельщиков тоже. Как много говорить не буду. Основное, что мужики все эти игры, 5 игр, все на ножах. Все вынесли, все вытерпели. Бились, и в зале у нас и больные были, и травмированные были, особенно сегодня. Все терпели. Все еще раз, ребята, спасибо большое. Спасибо. Давайте, пожалуйста, представляемся, задаем вопрос. Давайте. Сергеевич, сразу по матчу с Федоровым, как состояние? Еще не знаю. Но больницу его не увозили? Есть? Пока нет. Следующий вопрос. Давайте. Во-первых, Господин Сергеевич, оцените шансы, что для серии ССКА и пока что Херни не добавится. Ну, Рубинсон еще не знаю, войдет или нет. Кашпор и этот Херни, я думаю, будут кидать. Следующий вопрос ССКА. Поиграем, мы увидим. Продолжим, да, мы говорим. Петя Юрьевич, вопрос. Чем все-таки сейчас вот целая неделька есть еще до следующего раунда? Чем команда будет заниматься? Есть уже какой-то распорядок на пути сессии? Сначала отдохнем, а потом начнем работать. Следующий вопрос. Может быть, не только эта серия, в целом оценить сезон? Мы регулярно начали сезон. Мы набрали, скажем так, за 4 года больше всего очков. Но вот это поражение первого раунда, конечно, обидно для нас. Опять же, обидно, потому что проиграли, скажем так, чуть больше сами себя, чем противник. Поэтому он обыграл нас. Поэтому вот это обидно. Спасибо. Еще вопрос. Давайте. Вот у меня, конечно, как раз продолжение, наверное, этой темы. Я смотрю, что действительно была очень упорная борьба. И вправе вы были ждать другого результата, потому что качалась во всех матчах фактически победа. Чего не хватило все-таки вот этой вашей команде, чтобы эта победа добиться? Ну, в первую очередь, конечно, нужна немножко удачи. Те голы, я повторюсь, которые мы получили в овертайме на второй игре, и четвертой. Не хватило, конечно, удачи, но это тоже концентрация. Сегодня то же самое. Надо забивать голы, нужно менять. А смогли это сделать. Тут много мелочей, мы их разберем. Не повторюсь, обидно почему? Потому что, знаете, игра была такая, что я считаю, что мы не уступили, да, чтобы противник не был лучше, да, было много большинства, намного больше противных. Еще раз повторюсь, есть много вопросов по этой теме. Естественно, тяжело. Но что касается игры 5 на 5, она не была лучше. Вот я честно скажу, мне показалось, что немножко без огонька сегодня вот Торпеда начала. Да нет, о чем вы говорите? Не было ощущения, что лидера немножко не хватает, как старший Далгович вылетел, вот Алузин. Ну, естественно, это ключевые действия для нас. У нас нет такого резерва, для того, чтобы мы могли заменить таких ребят. Но остальные, кто вышел, они сражались. Там, не то, что без огонька, нет, ребята, они вышли, сражались. И повторюсь, первый период был хороший, пока началось куча ударений. Следующий вопрос. Спасибо, коллеги. Давай, удачи.